Всем доброе утро. На улице отличная, прекрасная морозная погода. Солнце уже светит. И в это морозное утро я поделюсь с вами еще одним рецептом оладьев, который я делаю на дрожжах и на молоке. Ну и чтобы все это дело сделать немного веселым, я добавлю в оладьи яблоко. В чашку я добавляю 250 мл теплого молока. 3 грамма сухих дрожжей. Сколько 3 грамма сухих дрожжей? Это вот такая совершенно неполная чайная ложечка. 2 столовые ложки сахара. Без небольшой горки. И половина чайной ложки соли. Все это тщательно перемешиваю. В молочную массу всыпаю 250 граммов просеянной муки. Тип муки 405. В каком магазине вы его возьмете, не имеет значения. Мука пшеничная. И перемешиваю. Перемешивал тесто я буквально минутку. Так, подбираю тесто резиновой лопаткой с бортов. Накрываю пищевой пленкой. И отправляю тесто в теплое место. Слава богу, батареи включены, все работает, так что проблем с этим не будет. Ждем, пока она поднимется. Моему тесту понадобился ровно 1 час, чтобы подойти. И теперь я подготовлю яблоко. Кожуру я с яблока счищаю. Разрезаю пополам. Половинку пополам. Удаляю сердцевинку и нарезаю некрупным кубиком. И отправляю яблоко в тесто. Тесто я еще раз обминаю. И готовое тесто отправляю в кондитерский мешок. И отправлю тесто еще на полчаса в теплое место, чтобы оно мне еще раз подошло. Так, полчаса прошло, тесто мое подошло. Сковорода у меня уже прогрелась, она готова. Выпекать оладьи я буду на растительном масле с нейтральным вкусом. Так, добавляю масло уже в горячую сковороду, имейте в виду. Диаметр моей сковороды 28 сантиметров. И начинаю отсаживать оладьи. Делаю это очень просто. Одной рукой сверху я давлю, а другой просто своевременно открываю и закрываю отверстие. Вы можете отсаживать оладьи, просто окуная столовую ложку в растительное масло, чтобы они просто у вас не прилипали. Оладьи отсаживайте на небольшом расстоянии друг от друга, иначе они у вас просто между собой могут слипнуться. И накрываю оладьи крышкой. Оладьи у меня обжарились с одной стороны, и я их переворачиваю. Крышкой я больше не накрываю, потому что оладьи и так нормально пропекутся и сохранят хрустящую корочку. Готовые оладьи я перекладываю на бумажную салфетку. И отсаживаю следующую партию. Плита у меня все время работает на троечке из 9 возможных. И переворачиваем вторую партию. Так, у меня осталось еще немного массы. Буквально на 2 оладушка, наверное, может быть на 3.
Плиту выключаю, оладьи готовы. Ну, в общей сложности у меня из этого количества теста получилось 19 штук. Как в дальнейшем вы будете есть оладьи, это предоставлено только вам. Добавите ли вы меда, какого-нибудь варенья, сметаны или просто посыпите сахарной пудрой. Это уже без меня, на свой вкус. Если вам понравилось это видео, пальчик вверх. Не понравилось, пальчик вниз. А мне так даже очень, с яблоком вообще прекрасно заходит. Единственный недостаток этих оладьев, это, конечно, время. Время, которое нужно инвестировать. А я на этом с вами прощаюсь и желаю вам всего самого доброго.